Техника и люди на болоте. Мелиорация по латыни значит улучшение. Она решает задачи по восстановлению осушенных земель и поддержанию их в рабочем состоянии. Аграрии должны получать отдачу от каждого гектара. Темпы мелиорации дано задание существенно увеличить. В приоритете – оперативная качественная реконструкция уже имеющихся земель. В нашей стране 2,9 миллиона гектаров мелиорированных земель, что составляет 37% от всех сельхозугодий. На них производят более трети аграрной продукции, в том числе больше половины кормов для животноводства. Сегодня мелиорировать новые земли практически нет необходимости. Мелиорация на данном этапе – эксплуатация и реконструкция осушенных земель. Если мы заглушим мелиорацию у нас на Полесье, этим колхозом можно будет через 5 лет закрывать. Стоит только остановиться. Вы сами прекрасно видите, что творится с полями. Это не за один день это все делается, это за годы собирается. Но если перестать ухаживать за мелиоративной системой, все, колхозов больше тоже можно будет закрывать. Сергей Колесникович работает на предприятии более 15 лет, мелиоратор с опытом. Задача – содержать мелиоративные каналы в чистоте и порядке, вовремя обслуживать, чтобы каждый сантиметр земли был все в обороте. От того, как специалисты будут работать с этими сельхозугодьями, зависит будущий урожай. Работаю недавно в ПМС, тоже работал до этого на экскаваторах. Специфика немножко, конечно, своеобразная. Работа устраивает, зарплаты не обижают, техника не подводит, работаем, смотрим, обслуживаем. В день она может прокопать 300 метров канала. В 15 административных районах страны осушенные земли составляют более 50% сельхозугодий. Пинский район относится к их числу. Невозможно представить сельхозпроизводство без мелиорированных земель. Кстати, их продуктивность в 1,3 раза выше, чем неосушенных. Выполнение мелиоративных мероприятий невозможно без немалых материальных вложений. В 2023 году на эти цели направили более 21 миллиона белорусских рублей. В этом году темпы снижать не намерены. Предстоит привести в порядок более 3000 гектаров земли. Объем финансирования более 12 миллионов рублей. Кроме этого, планируется в этом году выполнить работы по культуртехнической мелиорации на 16 объектах на площади 2084 гектаров общей стоимостью более 3 миллионов рублей. Кроме этого, мы должны провести работы, мелиоративные мероприятия на общую сумму более 6, почти 7 миллионов рублей. Это обслуживание мелиоративных систем, гидротехнических сооружений. Общая сумма работ, которые мы должны выполнить в этом году по реконструкции, по культуртехнической мелиорации, по ремонтно-эксплуатационным работам более 22 миллионов рублей. Позитивные подвижки происходят сегодня в ООО «Плещицы». Их мелиоративная сеть «Лосичи-2» нуждается в реконструкции. Работы ведут на территорию площадью в 421 гектар. Выполняются работы по субподрядной организации РУСП «Днепровузский водный путь». Им также необходимо очистить каналы, свести древесно-кустарниковую растительность, построить дорогу 2,6 километра, выполнить комплекс работ по ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений. Здесь мы должны выполнить работу по сводке древесно-кустарниковой растительности по каналам, по площадям, должны построить дорогу 2,6 километра, произвести ремонт гидротехнических сооружений и провести реконструкцию старых сооружений. Значит, объект в средней сложности. Эту работу мы должны выполнить до мая месяца. В помощь и мощная новая техника с большой производительностью. За последнюю пятилетку предприятие приобрело более 30 единиц специализированного транспорта. В этом году запланирована покупка еще 6 штук.